Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Лунга Евгения Ивановна. Я преподаю математику. Сегодня мы с вами заканчиваем курс лекций по модулю «Степенная функция. Функция радикал». Мы с вами рассмотрели на двух уроках, что это за функции. На прошлом уроке мы с вами рассмотрели решение иррациональных уравнений. А сегодня нам с вами предстоит ознакомиться с иррациональными неравенствами, рассмотреть понятие иррационального неравенства, да, определение, рассмотреть, какие они бывают, и рассмотреть соответствующие методы решения того или иного иррационального неравенства. Итак, тема сегодняшнего урока, ребята, иррациональные неравенства. Определение. Иррациональным называется неравенство, содержащее неизвестную под знаком корня или в основании степени с рациональным показателем. Рассмотрим примеры иррациональных неравенств. Ну, в данном случае вот они у вас появляются на слайде, да? Мы видим типы, примеры иррациональных неравенств. Неизвестные у нас там стоят под знаком корня. И каждое из этих неравенств, ребята, представляет определенный тип иррационального неравенства, который решается определенным методом. Вот сегодня мы с вами об этих методах и поговорим. Итак, рассмотрим для начала простейшие иррациональные неравенства, потому как бы долго ни вилась наша цепочка при решении любого иррационального неравенства, рано или поздно мы все равно придем к простейшему иррациональному неравенству. Поэтому важно уметь их решать. Рассмотрим неравенство такого типа. Корень квадратный из выражения f от x меньше a. И здесь, ребята, я бы рассмотрела бы с вами три случая. Догадываетесь, каких три случая? В зависимости от знака а. То есть а можно рассмотреть как положительное число, как отрицательное и как равное нулю. Итак, рассмотрим первый случай, когда а меньше нуля. Если а число отрицательное, ребята, что у нас получается? У нас получается неравенство корень степени f от x, корень из f от x меньше отрицательного числа. Но разве может корень быть меньше отрицательного числа на множестве действительных чисел? Конечно, нет. Поэтому решением данного неравенства будет являться пустое множество. Если же а равно нулю, мы с вами получаем неравенство корень из f от x меньше нуля. Опять-таки, мы с вами знаем, что корень величина не отрицательная, и поэтому решением данного неравенства будет тоже пустое множество. Не может корень быть меньше нуля. Повторю, на множестве действительных чисел. Это важно. И третий случай – а больше нуля. Но если а больше нуля, мы с вами получаем вполне стандартное неравенство. Корень из f от x меньше положительного числа. Нам останется возвести его в квадрат для того, чтобы его решить. Но не забываем, ребята, я всегда об этом говорю. Корень – это внимание, это обязательно внимание. Потому что здесь кругом нужно контролировать область допустимых значений. Поэтому данное неравенство будет равносильно двойному неравенству. F от x больше либо равно нуля и меньше, чем a квадрат. И мы знаем, что всегда от этого двойного неравенства, ребята, можем перейти к системе двух неравенств. А именно, f от x меньше a квадрат и f от x больше либо равно нуля. Давайте рассмотрим примеры. Первый пример. Корень квадратный из выражения 10x плюс 1 меньше минус 2. Ну, как раз о чем я говорила в первом случае, да? Как же корень может быть меньше минус 2 на множестве r? Пустое множество. Корень квадратный из выражения x квадрат минус 24x меньше либо равно 5. Возводим обе части в квадрат, при этом не забываем, что подкоренное выражение должно быть не отрицательно. Получаем двойное неравенство, которое равносильно системе двух неравенств. X квадрат минус 24x больше либо равно 0 и x квадрат минус 24x меньше либо равно 25. Почему я, ребята, так выделяю этот союз и, чтобы вы четко понимали, что система у нас ассоциируется именно с понятием одновременно, да, с союзом и. То есть два условия должны выполняться одновременно. Решаем первое неравенство системы, второе неравенство системы. Находим пересечение этих решений. Причем находить вы можете, как вам больше удобно, либо устно,
либо на числовой оси, используя штриховочку. Пожалуйста, в процессе решения неравенства, чтобы это было грамотно и корректно, любые средства хороши. Получаем решение данного неравенства. S – это есть объединение двух интервалов. От минус 1 до 0 включительно. В объединении с интервалом от 24 до 25 включительно. Вот, пожалуйста, для такого неравенства мы с вами рассмотрели и случаи зависимости от А, и решили несколько примеров. Следующее неравенство, ребят, мы рассмотрим почти такое же, только поменяем знак «меньше» на знак «больше». Давайте рассмотрим. Вот у нас уже корень больше, да, какого-то числа. Итак, корень из f от x больше а. И также рассмотрим с вами три случая. Когда у нас а число отрицательное, и что мы получаем? Корень больше отрицательного числа. Конечно, он будет больше отрицательного числа. Но при условии, что у нас само подкоренное выражение, сам корень, вернее, имеет смысл. То есть подкоренное выражение должно быть не отрицательное. F от x должно быть больше либо равно 0. В случае, когда а равно 0, у нас получается корень строго больше 0. И вот здесь, внимание, ребята, мы с вами знаем, что корень есть величина не отрицательная. То есть корень больше либо равен 0. А здесь у нас корень строго больше 0. И тогда при решении этого неравенства нам достаточно решить неравенство подкоренного выражения больше нуля. F от x строго больше нуля. Повторяю, ребят, корень величина не отрицательная, но у нас здесь строгое неравенство F от x больше а. Поэтому подкоренное выражение должно быть тоже строго больше нуля. Следующий случай, когда а величина положительная, когда а больше нуля. Ну, получится корень больше положительного числа. Просто возводим обе части во вторую степень и решаем это неравенство. Ребята, обращаю ваше внимание на то, что в этом случае необходимость ОДЗ, допустим, как в предыдущих мы рассматривали случаи, да, на предыдущем слайде, в этом случае условие f от x больше либо равно 0, оно выполняется автоматически. То есть необходимость дополнительной записи, такой необходимости нет. И ведь на самом деле, из каких условий вы находите x? Из условия, что f от x у вас больше, чем а квадрат. То есть оно у вас больше, чем квадрат какого-то выражения. Поэтому ОДЗ в этом случае, ребята, оно как бы включается в это неравенство. Давайте рассмотрим с вами примеры. Корень квадратный из x квадрат минус 16 больше минус 5. Да, конечно, больше. А куда же ему деваться? Он же корень. Это же корень арифметический, есть величина неотрицательная. Конечно, она будет больше, корень будет больше, чем минус 5. Но при этом, ребята, необходимо выполнение ОДЗ. То есть x квадрат минус 16 должно быть больше либо равно 0. Решая это неравенство, получаем ответ. S – это множество от минус бесконечности до минус 4 включительно в объединении с интервалом от 4 включительно до плюс бесконечности. Второе неравенство. Корень квадратный из выражения 2x квадрат плюс 5x плюс 11 больше 3. Возводим обе части в квадрат. И вот теперь, пожалуйста, посмотрите на это неравенство внимательно. То есть мы сразу полагаем, что у нас подкоренное выражение больше положительного числа. Почему положительного? Да потому что мы тройку возвели в квадрат. Вот. Поэтому условие, что 2х квадрат плюс 5х плюс 11 должно быть больше либо равно 0, оно у нас и так выполняется. Мы еще говорим, автоматически выполняется. Решая это неравенство, предварительно приведя его к стандартному виду, получаем решение. S равняется от минус бесконечности до минус 2 не включительно. В объединении от минус 1 второй не включительно до плюс бесконечности. Вот такие у нас простейшие иррациональные неравенства. Пойдем с вами дальше, ребята. Рассмотрим следующий тип. Я не буду их озвучивать, они хорошо видны на слайде, да, эти подтипы данного типа неравенства.
Что я могу сказать? Каждое из этих неравенств в левой части у нас есть произведение. Произведение некоторой функции и корня четной степени. Корня четной степени. Да? И там уже только меняется знак неравенства. Больше нуля, меньше нуля, больше либо равно, меньше либо равно. Давайте рассмотрим на конкретном примере решение такого неравенства. Итак, решить на множестве действительных чисел неравенство 2х плюс 3 умножить на корень квадратный из выражения 6 плюс х минус х квадрат больше нуля. Ребята, что у нас представляет собой левая часть этого неравенства? Левая часть этого неравенства представляет собой произведение двух выражений 2х плюс 3 и корень, да? Причем мы точно знаем, что второе выражение у нас, так как представляет собой корень, есть величина неотрицательная. Так, произведение двух выражений больше нуля, одно из выражений тоже будет либо больше нуля, либо равно нулю. Значит, и первое выражение, ребята, должно быть тоже больше нуля. Ну, образно говоря, на какой знак нужно умножить плюс, чтобы получить плюс? Конечно же, на плюс. Плюс умножить на плюс даст плюс. И никак не минус умножить на плюс даст плюс. Итак, переходим к системе. Почему к системе? Потому как у нас обязательно корень должен иметь смысл. То есть 6 плюс х минус х квадрат обязательно должно быть больше нуля. И вот теперь, ребята, тоже внимание, почему строго больше нуля? Потому что неравенство у нас строгое. Потому что с произведением двух выражений строго больше нуля. Ни в коем случае не равно. По условию не равно. Вот почему мы здесь убрали знак равенства. Подкоренное выражение строго больше нуля. Решая каждое из этих неравенств, находя пересечение множества решений, получаем ответ. Множество решений данного неравенства есть интервал от минус 1,5 не включительно до 3 не включительно. И теперь, ребята, рассмотрим это же неравенство, но чуть изменим знак. Вот в случае, когда будет у нас меньше либо равно. Можно было бы взять знак больше либо равно, но я умышленно взяла меньше либо равно, чтобы вы видели, как в этом случае работает правило знаков. Итак, что мы в этом случае имеем? В левой части также произведение двух выражений, какой-то там функции, в данном случае функция первой степени, да, и произведение корня. Про корень мы с вами знаем, что это есть величина неотрицательная. И что у нас получается? Выражение умножаем на корень, и произведение должно быть меньше либо равно нуля. Конечно же, мы делаем вывод, что первое выражение должно быть меньше либо равно нуля. Хотите правила знаков? Пожалуйста. Какой знак нужно умножить на плюс, чтобы получить минус? Конечно же, минус необходимо умножить на плюс, чтобы получить минус. Ну, ребята, это так, образно рисую вам какую-то картинку, чтобы вам легче воспринимался материал. Итак, данное неравенство равносильно системе, да, системе. И здесь мы, смотрите, в совокупность подключаем что? О чем мы говорили? Что выражение 2х плюс 3 может быть меньше либо равно нуля, либо подкоренное выражение равно нулю. Ребята, если подкоренное выражение равняется нулю, нам, в принципе, все равно, какой знак у выражения 2х плюс 3. Ведь любое число умножить на 0 будет 0. А у нас-то неравенство не строгое. Меньше либо равно нулю. Вот почему, когда подкоренное выражение равняется нулю, там знак нас не особо интересует. Но при этом, конечно, должно выполняться ОДЗ. То есть 6 плюс х минус х квадрат должно быть больше либо равно нуля. Решая эту систему, а в ней совокупность, там есть уравнение второй степени, находим корни, есть неравенство, решаем его. Решаем неравенство второй степени, да, наше с вами ОДЗ, область допустимых значений. И находим ответ. Ребята, здесь, наверное, при решении таких систем во избежание потери решений,
Легче всего, наверное, будет использовать числовую ось. Аккуратно числовой оси отмечаем все решения совокупности, подключаем к этой оси ОДЗ, да, интервал от минус 2 до 3 включительно, и находим пересечение. К сожалению, вы здесь часто теряете вот это вот число 3, а на оси это очень хорошо видно, на числовой оси. Итак, решением данного уравнения будет множество. Интервал от минус 2 до минус 1,5 включительно в объединении с тройкой. Вот такие два неравенства мы с вами рассмотрели. И пойдем дальше, к следующему типу. А следующий тип неравенств, ребята, у нас будет корень меньше корня. Ну, понятно, мы возводим обе части данного неравенства в квадрат. При этом, естественно, необходимо выполнение ОДЗ. И ОДЗ, ребята, данного неравенства будет и f от x больше либо равно 0, и g от x больше либо равно 0. Это важно. Оба подкоренных выражения должны быть неотрицательными. Но так как мы с вами перешли к системе, посмотрим внимательно на первое неравенство. Что мы видим? Что f от x меньше, чем g от x. То есть, если мы потребуем, чтобы f от x было не отрицательным, а ну-ка, будьте внимательны, если f от x не отрицательно, больше либо равно 0, а g от x больше, чем f от x, конечно же, и g от x будет не отрицательным. Конечно. То есть, опять-таки, это условие g от x больше либо равно 0 будет выполняться автоматически. Поэтому вот в этой системе достаточно условий для корректного решения неравенства. Рассмотрим пример. Корень квадратный из выражения x квадрат плюс 5x меньше корня квадратного из выражения 1 минус x квадрат плюс 4x. Действуем согласно схеме. Переходим к равносильной системе. Возводим обе части неравенства в квадрат. При этом меньше корень, а точнее выражение, стоящее под этим корнем, да, то есть x квадрат плюс 5x, обязательно должно быть неотрицательным. И вот, ребята, здесь как раз-таки очень четко видно. Смотрите, мы требуем, чтобы x квадрат плюс 5x было больше либо равно 0, а 1 минус x квадрат плюс 4x больше, чем x квадрат плюс 5x, то, конечно же, это выражение 1 минус x квадрат плюс 4x тоже будет неотрицательным, тоже будет больше либо равно 0. Далее решаем первое неравенство, второе неравенство системы и находим их пересечение данных полученных множеств, получаем ответ. S – это есть интервал от 0 включительно, до 1/2 не включительно. Ребята, повторяю, для того, чтобы найти пересечение двух множеств, можете использовать числовую ось. Кто-то может устно, браво, кому-то необходима числовая ось. Главное, ребята, чтобы вы получили правильный ответ. Идем дальше. Следующий тип неравенства. Значит, мы рассмотрели, да, корень меньше корня, а теперь у нас будет корень меньше выражения какой-то функции. То есть корень из f от x меньше, чем g от x. Итак, данное неравенство равносильно следующей системе. Разберем каждое из условий этой системы. Ну, в первую очередь, конечно, необходимо выполнение ОДЗ. Где-то мы его, ребята, опускаем, потому что мы знаем, что оно будет выполняться. Здесь мы его опустить не можем. Здесь его необходимо записать. Итак, ОДЗ f от x больше либо равно 0. Корень, напоминаю, не может быть меньше отрицательного выражения, да, или меньше 0, поэтому накладываем дополнительное условие обязательно. G от x должно быть тоже больше 0, обязательно G от x больше 0. И, конечно же, обе части нашего неравенства возводим в квадрат. Получаем систему из трех неравенств. Повторяю, первое условие – это ОДЗ, второе условие из определения корня, и третье условие, ребята, это когда мы обе части возводим с вами во вторую степень. Вот у нас получается с вами три неравенства в одной системе. Рассмотрим пример.
Корень квадратный из выражения x квадратный минус 3x минус 10 меньше выражения 8 минус x. Ребята, строго по схеме. Как вот мы с вами разобрали равносильный переход, да, переход к системе, так и действуем. Есть шаблон, так и работаем. Итак, вот вам, пожалуйста, первое условие. ОДЗ x квадрат минус 3x минус 10 больше либо равно 0. Вот вам, пожалуйста, второе условие. Корень не может быть меньше отрицательного числа либо 0. То есть 8 минус x должно быть больше 0. И возводим обе части данного неравенства во вторую степень. Решая каждое из этих неравенств, находя пересечение всех трех решений, получаем ответ. S равно от минус бесконечности до минус 2 включительно. В объединении с интервалом от 5 включительно до 5,913 не включительно. Повторяю. Кто желает, может прибегнуть к помощи числовой оси. Ну что, ребята, корень меньше корня, корень меньше функции. Догадываетесь, какое еще неравенство мы с вами рассмотрим? Еще один тип. Корень больше функции. Поменяем наш знак меньше на больше. Итак, еще один тип неравенства, ребята. Корень квадратный из f от x больше, чем g от x. Давайте рассмотрим. Это неравенство. Чему оно будет равносильно? О, появилась совокупность. Интересно, да? Интрига какая-то. Давайте разберемся, почему. Дело в том, что, ребята, у нас уже корень здесь, корень, да? Корень больше некоторой функции. А мы не знаем, какого знака функция g от x. Поэтому здесь необходимо рассмотреть два случая. А именно, когда выражение, стоящее слева, будет, скажем так, неотрицательно, да, и когда выражение, стоящее слева, будет положительно. То есть в зависимости от знака, больше нуля, меньше нуля. Положительно, отрицательно. Итак, первый случай. Когда выражение, стоящее справа, то есть функция, которая стоит в правой части, будет неотрицательно. И тогда без проблем возводим обе части данного неравенства во вторую степень. При этом ОДЗ, ребята, опять-таки выполняется автоматически, потому что функция больше квадрата, вот я его показываю сейчас, да, квадрата какого-то выражения. ОДЗ выполняется. И следующая система, да, когда выражение, стоящее в правой части, будет отрицательным. То есть g от x меньше нуля. Корень мы знаем, есть величина неотрицательная. Корень будет всегда больше отрицательного числа. И если у нас правая часть отрицательна, значит, нам необходимо дополнительно потребовать выполнения ОДЗ. То есть f от x должно быть больше либо равно 0. Вот такую совокупность двух систем мы должны с вами рассмотреть при решении этого типа иррационального неравенства. Давайте рассмотрим на примере. Необходимо решить неравенство. Корень квадратный из x квадрат минус 2x больше, чем 4 минус x. Четко, строго, по схеме, по совокупности. Записываем совокупность. Да, вот вы здесь четко уже видите, мы рассматриваем два случая, когда выражение, стоящее справа, функция, стоящая справа, у нас в одном случае не отрицательно, больше либо равно нулю, в другом случае отрицательно. В первом случае мы возводим обе части неравенства во вторую степень, а во втором случае достаточно присоединить выполнение ОДЗ. Решаем каждое из неравенств данной системы. Каждую систему решаем, да. Далее решаем совокупность полученную и находим ответ. X больше, чем 2,2. Значит, решением данного неравенство будет являться интервал от 2,2 не включительно до плюс бесконечности. Ну и, ребята, конечно же, вы можете решать не только такого типа неравенства. Мы с вами два неравенства рассмотрели со знаком строго, да, строго больше, строго меньше. Эти равносильности также выполняются и когда неравенство не строгое. Больше либо равно, меньше либо равно. Внимательно смотрите за знаками. Внимательно смотрите за знаками. Итак. Сегодня на уроке мы с вами познакомились с понятием иррационального неравенства, рассмотрели примеры, узнали, как выглядит иррациональное неравенство,
рассмотрели типы иррациональных неравенств и соответствующие методы решения того или иного типа иррационального неравенства. Тема непростая, согласна с вами. Итак, я вам желаю, ребята, успехов при решении иррациональных неравенств. Замечу еще раз, кстати, что все они сводятся в основном в нашей программе либо решение неравенств второй степени, либо первой, поэтому без них мы никуда. Наш сегодняшний урок подошел к концу. Я вам желаю успехов, всего вам доброго, до новых встреч! Thank you.